Привет! В этом видео мы включим диапазон 2900, который у нас сейчас очень активный. Много народу здесь сейчас толпится. Через каждые 10 килогерц народ находится. Ясно, ясно. Тут ставили тоже марку и забыл, чтобы батарею не разряжать. Они через конденсатор включаются. Конденсатор разряжается, реле в одну сторону перекидывается. Потом конденсатор на корпус. Он разряжается, реле перекидывается в брату. Потом все работает. Очень хорошо, 5-9 плюс 35, Сережа. И получается, микрофон тебе, Сереж, мы. Да, спасибо, здравствуй. Рад тебя слышать, доброго здоровья. Давно не пересекались мы, у меня все нормально. 5-9 плюс 30, я вижу твое радио. Вот стабильно, как есть, 30-ка без проблем. И вторая сюрприз, Олег, прием. Да, Сереженька, дома не слышали. Да, вот так вот они и работают. На этом диапазоне типа Сибишка, но на неразрешенной частоте. Всем спасибо за просмотр, всем пока.